На пути к победе не помешает даже дождь. Иваново на неделю превратилось в футбольную столицу. В регионе стартовал финал всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в младшей возрастной группе среди юношей 2008-2009 годов рождения. Этот турнир по праву считается самым массовым из тех, что принимают в городе. В соревнованиях участвуют 72 команды. География от Калининградской области до Сахалина. Каждая команда играет по 3 или по 4 игры в группе, в зависимости от того, сколько у них команд, 4 или 5. Далее начинается стадия 1-16, 1-8, ну и дальше финал. Могу сразу отметить, что разыгрываются места абсолютно все, то есть не будет такого, что разыгрываются только верхние места. Нет, все команды, каждый займет свою строчку по спортивному принципу. Команда «Волжск» приехала из Мариэл. Клуб молодой, но подающий надежды. Ребята с легкостью прошли отбор в финал всероссийского турнира. Команда действительно очень все сильные. Впечатление, как сам в первый раз на таком турнире, да, захватывает, интригует. Хочется победить, но понимаю, что работа как бы мало только еще была пройдена, поэтому есть к чему стремиться, с чем работать. Будем стараться дальше расти и приезжать уже сюда за победами. Участников финала разбили на 16 групп. Часть матчей пройдут в Иванове, часть в Шуе. Игры групповой стадии турнира завершатся 6 августа. Сначала играли с командой «Лидер». Сыграли 0-0. Была хорошая игра. В первом тайме у нас не было моментов. Во втором уже начали лучше играть. Сегодня была игра с Хабаровской областью. Проиграли 2-0. Во втором тайме начали уже хорошо играть. А в первом тайме так плохо играли. Но моментов было много. Не реализовали. Стыковые встречи начнутся с 7 августа, а финал и церемония закрытия турнира намечены на 10 число. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.